Сегодня я вам предлагаю поговорить об официальной истории Перу и коснуться немного ее проблем. В Перу на протяжении многих тысячелетий культуры сменяли одна другую, и большая часть из них зачахла еще до того, как инки пришли на эту территорию в качестве завоевателей. Можно, конечно, долго пенять на то, что инки занимались выборочной подтасовкой исторических фактов, что они пытались переписать историю под себя, что они стирали вообще в памяти народов устные предания, которые хранились там на протяжении каких-то времен. Да, инки действительно переписывали эту историю, но это было настолько небольшим, так сказать, историческим фрагментом, что проблема вот всей истории культуры Перу, как и в целом вообще история Америки, она в этом и не заключается, по большому счету. Потом эту историю переписывали испанцы, да и мы, в принципе, сейчас, да, все понимают, что сейчас история каждый раз новый правитель переписывает под себя. Тем не менее, какое-то время эта теория официально существовала и была преобладающей. То есть это та теория, которая говорит о том, что инки были цивилизаторами, что якобы они как раз несли цивилизацию Ванды, и что до их прихода на этой территории жили только дикари. На сегодняшний день эта теория сталкивается с громадным препятствием в виде официальной археологии. Поэтому на сегодняшний день археологические находки, они опровергают вот как раз ту историю инков. Виктор фон Хаген пишет, что вот эти выводы, сделанные на основе археологических открытий, это только лишь начало, это только намеченный курс для следующих работ. И когда они обрастут фактами, появятся новые версии, появятся новые теории. Тем не менее, на основе уже полученных археологических данных в свое время доктор Уэндел Беннет вывел градацию в несколько периодов. И вот сейчас мы посмотрим вообще, насколько можно отодвинуть уже признанные на сегодняшний день датировки. Для того, чтобы вы понимали, что значит отодвинуть признанные датировки, немного предыстории. На сегодняшний день принято считать, что первобытному человеку для освоения всей Америки понадобилось примерно 18 тысяч лет. Немаленький срок, который называет официальная история. То есть на севере Северной Америки были найдены первобытные стоянки, которые официально датируются 26-м тысячелетием до нашей эры. На юге Южной Америки найденные стоянки датируются всего лишь 7-м тысячелетием до нашей эры, но это тоже не так уж и мало. Поэтому вот вроде бы вопрос, а куда уже дальше отодвигать, вроде уже такие большие даты, такие сроки. Я сейчас вам поясню. Значит, у нас картина получается такая, вот вы просто вдумайтесь, 26 тысяч лет до нашей эры. То есть до сегодняшнего дня это 28 тысяч лет прошло, да? И при этом вот в этом громадном историческом отрезке выделяется всего лишь маленькая-маленькая небольшая часть, где человек становится человеком. То есть на протяжении всего этого времени остального он дикарь. Голый дикарь, который охотится с наконечником каменным, и все. Больше тут нет ничего. Совершенно до недавнего времени было принято считать, что в Перу вот этот вот первый исторический период, где человек возникает как человек, начинается всего лишь в 1200 году до нашей эры. Что происходит потом? Потом появляются просто новые археологические данные, новые открытия. После них говорят, да нет, ребят, все было не так. Оказывается, тут вот есть еще один человек, который был чуть-чуть подревнее. Он тоже умел гончарным делом заниматься, и он выращивал кукурузу. И это теперь не 1200, это теперь 1500 лет. Представляете, целых 300 лет, но вот таким вот образом отвоевали. А потом, о чудо, случается еще одно открытие, и там уже получается так, что радиоуглеродный метод показывает, что теперь найденные образцы у нас относятся уже к 3000 году до нашей эры. Возможно, на сегодняшний день где-то есть какие-то другие открытия, которые мне неизвестны, но вот просто теперь вы понимаете, за что
кто борется. Что значит отнести, да, датировку немного на ранний срок? Пока нет подтвержденных археологических открытий, это сделать невозможно. Каким бы нелогичным, что бы ни казалось, да, мы можем только мысленно, только на кончике пера, предполагая, относить эту дату дальше, дальше, дальше. Это понятно, надеюсь. Теперь приступаем просто к официальной истории. Итак, первая официальная культура человека как человека, которая относится вот к этому уже маленькому первому периоду, по мнению Уэндала Беннета, это чавин-культура. Культура чавин, ее лейтмотивом у нас является ягуар, в некоторых переводах это звучит как кошачий бог, бог-кот. Его изображение мы можем найти и на тканях, в керамике, и в камне. Центром культуры чавин является у нас Чавин Дуантер. О нем был рассказ в предыдущем выпуске. При желании вы можете его посмотреть. Второй период, который у нас официальный, это 400 год до нашей эры, 400 год нашей эры. Этот период называется экспериментальным. Назвали его так потому, что в это время появляются эксперименты в рисунках на тканях, и они появляются во многих культурах сразу, вне зависимости друг от друга, в культурах, расположенных друг от друга на достаточно больших расстояниях, ну, поэтому решили назвать этот период экспериментальным. Доингской культурой, относящейся к этому периоду, является культура Паракас. К сожалению, об этой культуре мало что известно. Вот известно, что они делали чуть ли не самые красивые на тот момент ткани в Перу, но каких-то таких находок, прям говорящих об этой культуре, их нет. Все, что есть, это 400 согнутых мумий, похороненных достаточно в глубоких пещерах. Мумии, которые были укутаны в превосходно выкрашенные шали, тюрбаны и одежду с шикарной вышивкой. Для мумифицирования люди Паракас использовали пески пустыни, но справедливости ради скажу, что там же были найдены более древние мумии, относящиеся к культуре, предшествующей Паракасу. Но там настолько пока незначительные находки, что нет возможности говорить о какой-то единой культуре, да, предшествующей им. То есть находки есть, умом все понимают, но доказательной базы пока нет. И культура Паракас, она не фигурирует ни в каких аналах истории, скажем так, и инки о ней тоже ничего не упоминают. Третий период, он у нас обозначается уже построенными городами. То есть вот города, пока по официальной истории, они появляются только в этот третий период. А это 400-й год-1000-й год нашей эры. Да, это считается такой период высокого мастерства в архитектуре, в керамическом деле, в текстильном деле. В этот период на побережье возникает такая культура под названием мочика. Их центр находится в долине Мочи, и называется он Уакадальсоль. Это такое строение, построенное из 130 миллионов кирпичей, высушенных на солнце. Но даже не это главное. Главное, то, чем прославилась эта культура, это литье из золота и резьба по дереву. У них были, возможно, фабрики, так как на одной из вас нашли изображение вельможи некоего, который, сидя в шатре, наблюдает за работающими женщинами на ткацких станках, которые ткани делают. Вот, то есть, ну, вот такое предположение было, что у них даже вот такой был строй. Многие социальные модели культуры мочика вошли в последующем уже в государство инков. В долине Наска есть еще одна забытая культура. Забыта она потому, что ее историю полностью стирали инки. Здесь мы находим керамику шикарную, опять же, образцы ткачества, но, к сожалению, тут мы не можем ничего сказать о быте этих людей, то есть о том, как они жили. Но зато, как вы понимаете прекрасно, есть загадка вот этих линий в долине Наска. Культуру называют сейчас Иконаска. Протяженность некоторых линий, естественно, там достигает тысяч километров, есть какие-то зооморфные изображения. Примерно говорят, что линиям 1500 лет. Есть только одна точная дата, которая вот появилась. Один американский историк-археолог в конце одной из линий нашел деревянную смотровую башенку, ну, стойку, башню.
И радиоуглеродный анализ показал, что она 500 года нашей эры. Вот такая официальная дата, относящаяся к линиям пустыни Наска, она есть. Также известно, что в 900 году в эти места спускался для своих завоеваний горный народ из Тиуанака. Центром их культа были строения, расположенные около озера Титикака. Этот народ знал астрономию, у них был солнечный календарь и у них были даже солнечные часы. И по одной из версий, вот эту культуру линий принес как раз народ Тиуанака. Но как бы на самом деле это ни было, к сожалению, инки эту информацию нам не передали. Более того, считается, что инки пренебрежительно относились к этим линиям, потому что их инженеры в свое время построили дороги там, шириной 7 метров 30 сантиметров, которые проходили прямо по этим линиям и рисункам. Собственно, в Перу и в Боливии вот эта цивилизация, о которой я уже упомянула, Тиуанака, она является центральной ведущей цивилизации четвертого периода. Четвертый период у нас проходит с 1000 года по 1300 года нашей эры, естественно. На боливийском плоскогорье можно до сих пор увидеть остатки строения этой цивилизации. И доктор Вендел Беннет писал о том, что это самые потрясающие строения, самые сложные строения. Камни тут были подогнаны друг к другу при помощи вставок и шипов, и большие блоки были скреплены медными стяжками. Естественно, строители для такого объема работ должны были обладать устойчивыми техническими навыками, а также устройство общества должно предполагать наличие сильной централизованной власти. И власть эта должна иметь возможность отрывать рабочих вот на такие работы, то есть от добычи ресурсов, да, перевести большое количество людей на строительство. Но, к сожалению, вот каким бы сильным ни должно было быть это общественно-государственное строение, никакой информации о них до сих пор тоже нету. В 1549 году Пьедро де Сьеса де Леон пытался выяснить, кто же являлся строителем вот этих громадных сооружений, но даже самые старые индейцы не смогли ответить на этот вопрос, то есть они говорили о том, что это все было построено еще до прихода инков, то есть они так и не смогли сказать, кто же был строителем. Это немного странно, так как культурное влияние Тиуанака, оно проникло вообще во многие уголки Перу, и многие культуры переняли у культуры Тиуанака, например, культ бога солнца. Это плачущий бог, который плачет разнообразными зооморфными слезами в виде голов кондора или в виде змей. Также считается, что образы пумы, трезубца, ступенчатые узоры, это все тоже пришло во все северные культуры именно из Тиуанака. Империя Чиму, или ее еще называют царством Чимор, просуществовавшая с 1000 года по 1466 год. Она тоже относится к этому периоду, хотя немного выходит за рамки и попадает уже во времена инков. Чиму жили на побережье, очень много лепили из глины и поклонялись Луне. Видимо, Луне, потому что она влияла на приливы и отливы моря. Их столицей был город Чан-Чан. В городе было очень много ступенчатых пирамид, строений домов, выстроенных в одну единую линию, огромных дворов, обнесенных стенами, садов, орошаемых специально подведенными акведуками. Ну, была такая интересная культура, и о ней известно больше всего, потому что здесь считается, что инки просто не успели, так сказать, довести свое дело вот этой выборочной истории до конца, потому что пришли испанцы, и на этом, собственно, инки прокололись. Естественно, было много других цивилизаций, и это предположение основывается и на каких-то мелких находках, которые пока просто не могут обрасти фактами и прогреметь. Это предположение основывается и на чистой логике. На сегодняшний день, вот сейчас названные в этом видеосюжете были самые основные, которые пока, как мы понимаем, оказали наибольшее влияние на развитие культуры в Перу. Инки немало взяли у этих культур
для развития своего государства, но они не были цивилизаторами, они тут были, скорее, все-таки наследниками. Поэтому официальная археология, она находится в жесткой оппозиции как раз к той истории, которую инки рассказывали о себе, что якобы до их прихода здесь жили только дикари, а инки принесли им цивилизацию. На сегодняшний день официальная история, подтверждаемая археологией, она такова, что до прихода инков здесь было достаточно много культур, которые получали постоянное развитие, культуры сменяли одна другую. И инки пришли уже очень поздно, и стали они тут скорее организаторами, нежели цивилизаторами, да? То есть на протяжении вот этого небольшого участка времени, о котором нам известно на сегодняшний день, цивилизации шли постоянно по пути развития. Еще задолго это все начало происходить до прихода сюда инков. Справедливости ради также скажу, что про инков мы знаем мало, очень мало. Мы знаем лишь то, что они сами рассказывают о себе, а их рассказы, к сожалению, берут начало в фантастических легендах и мифах, но это уже совсем другая история. Как всегда, жду ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик. На сегодня у меня все. Пока-пока.